Я первый раз провожу сеанс одновременной игры, у меня такого опыта не было, поэтому я и предложил директору школы, чтобы поиграть с детьми 1-4 классов, то есть с начальной школой, потому что вполне возможно, что моих навыков шахматной игры будет недостаточно для того, чтобы сыграть с ребятами постарше. Но изначально мы на 30 досок договаривались, но, как оказалось, только вот 20 ребят нашлось, которые умеют играть в шахматы. Но на сегодняшний день вот мы здесь немножечко откат совершили. Я очень рад, что с 2004 года возродились соревнования «Белая ладья», и шахматы снова приходят в школу, потому что шахматы реально помогают учиться. Я лишний раз хочу напомнить, что шахматами увлекались практически все люди, кто так или иначе добился в жизни серьезного успеха, будь то писатели, полководцы, ученые и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз обращаюсь и к ребятам, и к родителям. Пожалуйста, играйте в шахматы, прививайте культуру шахмат.